Добрый вечер, меня зовут Ольга, я волонтер лохматой души. Ситуация у нас критическая. Я сейчас нахожусь в приюте, сегодня 14 июля. Посмотрите, это наш последний корм, это все, что я сейчас привезла. Здесь 120 килограмм, этого не хватит даже на сегодня. В день нам нужно минимум 240. Очень нужна ваша помощь. Вы можете просто заказать для лохматой души корм. Связаться со мной. Можно на адрес приюта заказать корм. Можно на московский адрес. Свяжитесь со мной, я скажу, как это сделать. Есть уцененные корма в интернет-магазинах. Помочь можно разными способами. Я сейчас вам пройдусь по вольерам, покажу, как обстоят у нас реальные дела. Ребят, правда, ситуация критическая. Это не просто паника. И не крик души, собак нечем кормить. Друзья, у нас сегодня нет корма. Корма нет. Ребят, у нас более 22 тысяч подписчиков. Более 22. А 1500 собак сегодня сидят совершенно без корма. Мы голодаем. Люди, услышьте нас, прошу вас. Мы голодаем. Я прошу вас. Мы голодаем. Сегодня животные сидят без корма. И я не знаю, как мне достучаться к людям. Ребята, да что же творится с нашими сердцами, а? Что же творится с нашими сердцами? Клиника нам отказала в лечении. У нас долг 300 тысяч. Я знаю, что мы не можем спасти весь мир. Но если вы с нами, если вы пришли к нам, то помогите, отзовитесь. Не забывайте про нас. Что может быть дороже жизни? Мы все жители одной планеты. Кто-то крошечный, кто-то большой. Но человек не венец творения. Что бы мы о себе ни мнили, мы не венец творения. Мы стали жестокими, бездушными, равнодушными. Услышьте нас. Мы делаем все, что можем. Но без вас нам не справиться. Нам не справиться без вас. Мы не можем спасти без вас. Слышите? Мы не можем спасти без вас.